Ребятушки, всем привет! Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, продолжение видео. Эдик к нам подсоединился. Эдик чуть поспал в машине. Мы еще не заселились, а время только 10 часов. У нас заселение только через 2 часа будет. В общем, мы набрали хачанов, никто их не доел. В общем, как говорится, как там в анекдоте было? Мама... Это отдать собаке или папа доест? Вот у нас всегда так происходит. В общем, папа за нами всегда доедает. И, в общем, Алина накупалась аж до икоты, сидит и кает. А Тимур с Камилой еще купаются. Смотрите, девчата, людей сколько. Уже прям начинает подпекать. Хорошо так начинает подпекать. На вот эти вот можно записаться, на бананы, вот на катер. Горки, еще какой-то аквапарк здесь новый открыли, сейчас объявляли. А мы вот тут сидим, столики, видите, это пирс, да, Эдик называется? На пирсе. А, в общем, столики, можно здесь вот что-нибудь, если ты с собой что-нибудь ешь, можно поесть. А там вот, девочки, столовая, фартук называется. И я сейчас зашла, Эдик говорит, а запить чем? Я говорю, сейчас я тебе холодного чего-нибудь возьму. Взяла ему чай Липтон и этот... А там парень подошел, они в две тарелки было. В одной, ну, в двух тарелках была картошка по-деревенски и что там было, крылья еще. А он подошел, так стесняется, кассирша говорит. Девушка, можно, говорит, оно, говорит, уже пропало. И крылья, говорит, с душком, и картошка, говорит, какая-то не очень. Но они, правда, тихо-тихо, и все это дело, они говорят, выберите. А он говорит, подскажите мне, что именно сегодня у вас есть сегодняшнее. А это, говорит, вчерашняя еда. Они говорят, да. Ну, в общем, он что-то там выбрал сегодняшнее. И этот, ой, не дай бог вот так приехать, травануться. Не, ну его нафиг. Да? Лучше со своей, да, наверное, самим. Не, ну можно, конечно, я же не против там куда-то в кафе сходить, но не именно поесть, а вот просто посидеть, отдохнуть. А так вот сейчас проходили, очень много столовок пооткрывалось, я прям, ну очень большой общепит здесь. Ну мы вот наши карачаевские хачаны взяли, прям при нас их пожарили, наелись. Девчата наши, местные, с кочер. Хорошие, да, кочерные? Я тоже кусочек, прям треугольничек съела, и все, больше мне не лезет. И дети также поклевали, поклевали. Но они здоровые, девчата, такие, наверное, вот от руки до локтя, наверное, вот такие огромные. Так, девочки, в Пятерку зашли, в Пятерку воды взять попить. В общем, что, цены тут, я вам скажу. Очень даже нормальные. Персики 104 рубля килограмм. Нектарины вот 70... А, нет, нектарины 109. Нормальные цены. Если брать по фруктам. Виноград 127. Ничего. Хорошие цены. Так, ребятки, заселяемся. В общем, еще сами пока не знаем, куда заселяемся. Что мы сейчас увидим, не знаем, но уже все, мы у нас силы на исходе. Уже пошли вторые сутки, как мы не спим. Нам бы сейчас вздремнуть бы часок-другой. Давайте мне что-нибудь. Прям этот, много построек всяких, как этот, кошкин дом. Там пристройка, там лестница, там ход какой-то, там какой-то выход. В общем, сейчас посмотрим. Так, ну, в общем, девочки, вот смотрите. С этого момента, как мы заходим, вот это все наше. То есть здесь можно завтракать, здесь готовить. Вот раковина. Так, идем дальше. Ну, нам на фото вот так и присылали вот это. Там вот, я сейчас говорю, как видите, кошкин дом. Тут пристройка, тут постройка, тут что-то, что-то, что-то. Ну, мы посмотрим, потом сходим. Вот это мангал. Вот над нами мангал. Там еще над нами бассейн. Вот. Что мы имеем тут? В общем, здесь холодильник. Но сказали, что морозилка работает как холодильник, а холодильник как холодильник не работает. Ну и ладно, нам этого вполне достаточно. Так, тут у нас идет душ-туалет. Так, что-то... Кровати много. Много кровати, да, это вообще прям на компанию. Так, вот эту кровать мы видели, ее нам присылали.
кровать этих дорого-богато. В общем, мы тут, дети тут могут везде расположиться. Вот диванчик, камин здесь. Алина все заняла место. А, вы с Камилой вот здесь в комнате у вас по кровати. Я получается. Да. Тимур здесь на диванчике. Мы здесь. И, в общем, никто никому не мешает. Так, это тумбочки, все есть, куда вещи разложить. Ну, мы, девчата, так и собирались, знаете, вот не так прям досконально. В общем, так, понакидали что-нибудь. Что там? Получается 4 дня. 4 дня за сутки я перевела. За сутки. И теперь за трое суток мы расплатились. А так мы ждали. Ждали, когда люди выйдут. То есть здесь все помыли, убрали. Тимур, вода есть? Да, горячая тоже. Горячая тоже, да? Это ж хорошо. В общем, вот. Так, а это прям так. Да, это прям в этом ложе. А, это не надо, это сейчас поедим. Так, шашлыки же я брала, девчата. Мариновала тоже сейчас в холодильник уберу. Вот видите. Шашлычок. В холодильничек положим. Ничего так, да? Ну тут, в общем, не супер евро, пупер-мупер. Ну так, относительно все нормально. Адам 70-й. Да, 70-й. Ну, видать, этот, видишь, каждым годом, видать, какой-то заработок пристраивают. И вот что получается. А ну-ка, вот эти вот лестницы туда, вот, видите. Бассейн, в общем, машина бесплатно ставится, мангал бесплатно. А этот 100 рублей бассейн, 100 рублей с человека. А, вода от бойлера. В общем, пойдет, девчонки, нормально. Мне бы сейчас рухнуть бы, вот поспать бы, и у меня было бы хорошее настроение, когда ты выспавшийся, и уже дальше покорять горизонты, да? Сейчас скупаемся и все. Отдохнем чуть-чуть и дальше продолжим. Да подожди, мы только заехали, еще даже не. Да я даже еще не смотрели, где бассейн. Сходим, посмотрим. Так, девочки, собираемся, в общем, на море, проснулись, только-только проснулись, отдохнули, уже более-менее чувствуем себя нормально, а то уже этот, мы, честно сказать, уже ничему не рады были, мы 2 раза с утра были на море, в надежде, что мы в 12 часов дня сюда заселимся, вот, мы подошли к 12, около 12 дня, она говорит, еще рано, еще, мол, жильцы не съехали отсюда. И мы вот это уже там кое-как, что-то как-то в машине, и вот заехали у первого почти в час. И вот это мы выключились, я еще даже до конца не посмотрела вообще, что здесь, как здесь. Сейчас вам быстренько покажу, я еще хоть сама посмотрю, где бассейн, где что. А мы тут камушек заплетаем, да? Заколки все были утеряны, все было утеряно в море. Да? Ей надо срочно идти на море купаться, да? Только пришли, уже говорит, давай в бассейн. А у меня, девочки, силы не было даже подняться в бассейн. Вот сейчас пойдем посмотрим. А так, говорит, кто с моря приходит, ну, в основном дети вот там отдыхаются, кто с детьми. Так что вот так. Мы выспались хорошо. Горячая вода есть, а газ я здесь заметила баллонный. Стоят баллоны у всех. Ну, здесь, чтобы что-то готовить, особо посуды нет, ничего такого нету. И мы вот это встали, я кофе попила, дети пирог поели, микроволновки тоже, девчата, нету. Пирог поели, ну и зайдем там, я не знаю, кофе со сливками возьмем, чтобы что-то как-то перекусить можно было, позавтракать. Вот. А может быть завтра шашлык пожарим, сегодня точно нет. Сегодня мы к шашлыку не расположены, мы пойдем сегодня погуляем. Посмотрим на всех. Так, я Камилу заплету, чтобы голова хоть чуть-чуть аккуратнее была. Так, ну, в общем, выходим мы с нашего поднавесика и идем выше смотреть, что там есть. Так, вот, видите, ступеньки, ступеньки, горки. Горки, ступеньки. И вся вот, мы заметили, сидели, все постройки разные. То есть каждый год какая-то была новая и новая постройка. По-моему, Сава новая, это вот это наверху. И каждая шире, получается,
Вот, допустим, это было построено, это уже шире. О, это еще не все. Там еще, ого-го, сколько тут. Идти не обойти. Так. Тут что у нас? А, вот она, вот эта территория пангальная. В общем, тут можно вот жарить шашлык. Сидеть. Так, мы с собой шампура и все это принесли, но здесь это все есть. Ну ладно. И вот он, собственно говоря, бассейн. Бассейн стоит, вот я же вам говорила, 100 рублей с человека. Ну, в основном дети здесь. Дети здесь, и говорит, кто шашлыки, говорит, жарит, в основном тоже, говорит, тут. Если пожарил, тут можно шашлык поесть, вот за этим столом можно шашлык поесть. Тут что-то вот такое, типа навес, что ли. А, ну, там что-то заставлено. Так, дальше, что-то еще не все, это еще только, девочки, задний двор. А там еще передний двор, это тоже все одной хозяйки. А, тут еще дом по номерам, дом веселых троллей. Видите? Так. Отдыхающих, ну, дом полный, потому что мест нету вообще. Офис Кощея, это что? Туалет, что ли? Все полное, все людьми забито везде, потому что, я же говорю, мы ждали, пока выселятся и приберутся. Так, вот коттедж, пещеры. Тут тоже, я смотрю, живут, там полотенца, все такое. Так, а это что за домик? А, вот здесь вот посидеть еще можно, видите, вот такая еще территория сверху. Бассейн, кошелотик. В общем, тут свои названия. А, это болото с кувшинками, видите? Так. И все занято, говорит, подчистую. Номеров свободных нету. И получается у нас вот это, что я вам показала, девчата. Нас пятеро по 700 рублей с человека. Че, Алина? Смотришь, осваиваешь территорию. Так, а там тоже вот избушки. Там уже двухэтажки. Это тоже все один двор. Я не знаю, сколько здесь номеров, но много номеров. Прям очень много. Вот тут тоже кто-то живет. Так. Вот в этом, этот дом. Вот это все, видите, это все тоже один двор. Вот все на клеточки разделено. Вот это тоже, это все один двор. Вот, одной хозяйки. Ну, в общем, здесь знаете как? На количество, не на качество, а на количество. Ну, а что, люди отдыхают и отдыхают. Особо этот, особо сильно никто и не заморачивается. Как говорится, спрос есть. Даже вот в таких вот номерочках спрос есть. Машины, одна машина только стоит здесь, а вот там за углом все отдыхающие, кто здесь живет, вот там за углом стоят машины, ждут их. Ну, можно, это, наверное, можно и сюда загнать, я не знаю, наверное, может, мы вечером разберемся. Короче, Камилу плели с Алиной вместе и так и не заплели. Волосы от моря у нее еще сырые, оно скошлатилось там, да? Давай заколку тогда у Алины бери, заколка, вот так сейчас все сделаем. Так, Эдик, ну что ты как? Только проснулся сейчас. Только проснулись мы еще, как какие-то этот... Дети, чё вы без настроения? Да мы с настроением просто вот такие какие-то еще вялые после дороги. У нас девочки тут что-то атаковали, какие-то мушки, блохи земляные. Прям ноги покусали нам вот здесь вот сидим. Вот, видите? Земляные блохи, что ли. Надо взять какой-то сейчас этот... Есть же вот это средство от комаров, там от вот это побрызгать ноги.
А так все, сейчас выдвигаемся, сидеть мы тут не будем. Что тут сидеть? Пойдем на людей посмотрим, себя покажем. Да я тоже купаюсь. Да. Эдик еще не купался. Это дети там уже плескались вовсю, я купалась, Эдик еще нет. Я только в душе. Так, ну все, девочки, выдвинулись дружной толпою. Идем на море. Пере у нее, да, вот такая красотка, да, модничает. Это отдыхающая, да? Гляньте, какая собакета большая сидит. Добрая, видать. Мама, а? Солнечный крем взяли? Солнечный крем взяли, но сейчас солнца уже нету. Уже солнце садится. Ты в шляпе, в очках, да, ну покажись. Ой, мама дорогая. Все ж, наверное, на тебя будут смотреть, скажут, кто это приехала такая, да? Угу. Да? Она реально так и думает, что на нее все будут смотреть. И почем ваша клубничка? По 200. А свой этот почем? Только в поле, это по 200. Ага. Видите, 200 лукошка, да? Да. Да, да. В общем, лукошка 200 рублей. О, девочки, пошла чурчхейла, специи. Почем чурчхейла? По 70 рублей. Специи, любимой подруги, Черное море. В общем, мы так поняли, люди сейчас идут с моря. Кто-то уже идет красивый на променад. А мы хотим совместить и то, и променад сделать, и на море покупаться, и посмотреть вообще обстановку вечернюю. Девочки, идем, наблюдаю картину. В общем, вот это детский городок, вот там и это. А это родители сидят на стульях. И, в общем, детей сдали, и все просто уткнулись в интернет, все сидят в телефонах. В общем, от детей отдыхают. Так, а это мы идем по набережной. Вот. Тут две набережные. Две набережные. А вторая какая? Основная. А, ну да. Ну и тут палатки, палатки всякие, вот это сувениры, тра-та-та, очки, вещи. В общем, все как положено. Экскурсии, кепки, шапки, шлепки. Ой, сейчас так хорошо, девочки, прохладненько, ветерок дует. Мы, в общем, все, проснулись, в себя пришли. Так, это у нас тир. Камиле сейчас купим этот круг плавательный, да? Надувной круг, и все. И ты занырнула, да? Да. А вон уже море. Море, да. Так, девчата, гляньте. Это мидии. Мидии с лимончиком. Так, это барабуля, по-моему. Креветки. Мидии. А там уже мясное пошло. Шашлыки мясные. Люляшки. А, вот сердечки куриные. Так, и пошло мясо, мясо, картошка. Вот такое вот все. Да, пахнет вкусненько. Я хочу. Все, как раз. Берем.